Дорогие друзья, всем привет. Вот так вот зацвел бассейн, я сам офигел. Вот, причем теща говорит, что зацвел он вообще, ну, вчера еще дети купались, была нормальная вода. И вот сегодня такая вот борода произошла. Ну, я во всеоружии, я вот сделал давно еще вот такой вот из обычного насоса, сделал, ну, это для грязной воды насос, приделал сюда фильтр. Ну, а фильтр у меня используется такой, ну, с колодца воду качает, там вот такой фильтр стоит. Я вот просто старый взял, потому что он сильно не пачкается. Вот сюда вот к стандартному патрубку присобачил, здесь заглушил в этом конце. Вот, сейчас попробую почистить. Честно говоря, не знаю, на что рассчитывать. Не уверен я, что он справится, и, скорее всего, придется воду все-таки менять, потому что это капец, ребята. Ну, дети вообще в шоке от того, что это тут такое произошло. Так, не включается. Вот, включился. Посмотрим вообще, на что он способен. Справится ли он с этой клакой. По-моему, он вообще даже не засасывает, насколько мне кажется. Ну, с пузырьки пошли, значит, он сосет. Вообще вроде что-то засасывает. Вроде даже чище становится. Не знаю, я его погружу. Посмотрим. Ну вообще и на дне тут вообще беда. Честно говоря, там такое голубенькое дно должно быть. Но оно вообще просто в ужасном состоянии. Вот такое вот болото. Причем есть вот такой насос, но я его даже не включаю, потому что он вообще, в принципе. Вода, кстати, не пахнет даже нормально. Ну, ужас, конечно, в нашем. Надо какую-то жесткую химию заливать, чтобы все такое не происходило. Ну, честно говоря, не знаю, мы что-то заливали, но, видимо, не хватило. Ну, я знаю, что перекисью можно обесцечить, но этот бассейн проще слить, набрать заново. Здесь, по-моему, два, в районе там 3 кубов, короче. Вот. Не мучиться, потому что это. Я чувствую, это бесполезное изобретение. Тут комар даже какой-то плавает, здоровый такой, классический. В детстве все таких боялись. Вон здесь вот. Детям как раз очень будет хорошо встретить такого в бассейне. Не знаю, в принципе, если здесь шваброй поработать, я думаю, все здесь очистится. Ну, отфильтруется рано или поздно. Но я не уверен, просто, может быть, очень много времени займет и не получится тот результат. Короче, проще, наверное, сливать надо будет. Малинку полить и слить. Вот так вот. Все, всем пока, спасибо за внимание.